Здравствуй. Ну что ж, продолжаем спайдерменить. Я что-то уже давно не спайдерменил. Давай, что у нас там? Миссии только главные остались. Райкер! Надо спешить. Прыгай! Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что, плод? А, мне же надо будет зэков еще, да, поймать или нет? Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Или это с другого человека? А у меня есть выбор? Уже не помню. Зря не пристегнулся. Ну погнали. Займусь. Бля, кажется, он разбился. Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Ой-ой-ой, огонь, огонь, огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, поебал удали. Это уже показуха. Отлично. Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответьте. Это сержант Хэнсон. Они там... На канале. Они же куда-то все отбежали. А где они? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Понятие. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держитесь. Мы идем к вам. Я эту хуйню перехватить не мог, да? А я стоял, ждал. Я же использовал. Да ебаный. Да ебаный, я ж, блядь. А! Кошмар какой-то, блядь. Ты куда пошел? Вниз.
додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответьте, это сержант Хэнсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Без понятия. Сначала вырубил вертолет, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. Я покажу тебе. Встань, добродетель! Вообще не касаясь земли! Пуля все равно не обгонит! Куда ты? Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. Ты заебал. Кто-то застрял за этой дверью. Пошел нахуй. Они уже здесь! Соберите меня отсюда! Подожди, я не понимаю, здесь где-то вот два, да? Сейчас поможем. Это еще один. Ты, да? Куда? Все, вот так вот. Они идут! Где все наши? На меня тут напали! Либо эта игра так работает, либо у меня уже зрение хуёвое, что как-то... Как будто кадры падают. Нету плавности. Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду! Быстрее, пока его не убили! Так, блядь, кто его убьёт? Успокойся. Надо уложить их всех! Иди сюда, бля! Берегись! Хуже и быть не может. Конечно же может. Ах ты, сука. Слабаки, задайте ему уже! Весь его отсюда вниз! Еще парочка. Давай. На было вертушку сразу. Ваши права и страховку.
кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэй, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Да мой как ты слышишь через вертушку-то? Если с виду плохо, там же невозможно на деле слушать. Еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Вот. Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста! Ладно? Я выпотрошу тебя, паук! Хули, удачи. Это все? Все? Аварийная. Звучит жутковато. Привет, вам на здоровье! Я скучал, паук! Сюрприз? О чем это он? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил туда за последние. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сам... Ах ты ж, сука. Я продолжу следить за электро. Убейте его! Уклони! Внимание! Уклонись-ка! Сам сикаю ты, блядь. Что это за инопланетяне какие-то? Че? Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Никогда не соглашается.
Да, блядь. Да какого ж... Почему она не появлялась? И, блядь, жму-жму, она вообще не появлялась. Стервятник? Давно не виделись. Да чё там вас дохуя, слушай? Прости, нет времени. Камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Ха! На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. А Фиска никто не выпустил. Да? Как тебе мой новый костюм? Блестящий. Да, отстой. Где ты его взял? Только для членов клуба. Мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Нихуя. Ну пиздец, Человеку-пауку, что сказать. Еще и траванули. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Вон он! Держите акт 2. Ну, так это только второй акт был, как оказывается. Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду.
террористической атаки. К этому часу число зараженных... Все хорошо? Да, в порядке. Пока что можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с флота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Bugle, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб... Выключи! ...разработки вакцины. А у тебя что, рук, блядь, нету взять и выключить? Ты рядом, блядь, самый, блядь, тварь, рыжая хуйня. Ну, рыжих нет души, я знаю. Нихуя ты какой сильный. Стакан поломал. Чё, в тебе гоблин все еще живет? А почему, кстати, в нем это, гоблина нету? Доктор Клавиус. Почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Они заживут. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь... По комиксам у него регенерация. О, какая честь для меня. У него быстро заживает. Не знаю. Похоже на конец света. Не такая, как у Росомахи, естественно. Но, типа, есть... Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Ай, вот снова, да, побочки. Грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся. Я в деле. Это наш город, Юри. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Так, получается, что здесь заключение... Преступление заключенных. Преступление Соболя. И... Плюс поднять спрос вниз. Бля, пиздец. Вот сейчас пошли вот эти вот ебучие испытания. Это финальные, да, во всех этих хреновинах. Капец. Просто капец. Это ужас. Ужас. Ну ладно, но... Что-то получается у нас. Человек-паука. Чё, идём по главной миссии? Заебали вы как-то, блядь, попадает. Может, хватит уже? Так, капитан, ну все побочки прошел. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Ну пойдем к тому, что ближе. В центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал, заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна.
Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Юри, я рядом с участком в верхнем Истсайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юри. Так, что мне сейчас сделать надо будет? Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юри, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические и демонические проблемы. Сдохли, три осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? А, кто-нибудь из злодеев. Да ёпте, блять, в рот. Гуляй, блядь. Отлично. Осталось два. Еще один. Да вы заеб... Чё? Чё не так-то? Как ты заебал? Иди погуляй. Да какого ж, блядь? Да ты чё такой, тука, тварь? А чё он, блядь, чего он мимо него, блядь, бьёт? Насквозь, нахуй. Чё, блядь, забаковало опять, заебало? Юри, не просто, это мягко сказано. Придётся отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические и демонические проблемы. Четыре железки. Как им удалось привязать эту штуку? Да и лететь тогда еще задачка. Они что, специально тренировались? Очень много. Два сдохли, три осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Один.
А чё я не могу у него этот ёбаный меч отобрать? Где еще один? А, вон он. Суки. Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. Да ёб ты, блядь, в рот. Чё все такие косые, блядь? Твои люди в безопасности. Что дальше? Иди в верхний вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Ща, конечно. Тут я по пути еще всякую хуйню нахожу. Но если пули его не берут, следовательно, значит, что-то надо взять другое. Базуку, гранатомет, блядь. Пули тоже зэков не берут. Юрий, носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. Thank you.
Блять, ты бы еще перестала бы виснуть, было бы вообще, блять, шикарно. Спасибо, Человек-паук. Теперь помоги на других баррикадах. Прежде носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса. Быстро нападает, блядь, на команду экстренных служб и отступает. Да, блядь. Человек-паук наверх. Преступники стреляют из РПГ. Они разнесут здание. Этого не должно случиться. Иду. Одна крыша чиста. Город падёшь, паучок. Начиная с этого места. Ну ёбаный вас рот. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне. Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками. Да, блять. Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Разберитесь с Человеком-пауком, быстро! Мы разрушим это здание. Вы создали эти маленькие энергетические болы спецом для меня? Польщен и напуган. Да вы заебали! Да ёбаный. А вот его почему-то взрывом не задело. Беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя. Где он там? Нихуя, ты прям позвоночником. Разъебашил, можно так сказать. Ему очень хреново. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. Как-то камеру увеличить, а то она что-то слишком большой объем берет. Ты можешь увеличить, блядь, дура? Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Да иду, я иду.
Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но мы с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МЖ. Я разберусь. Вы здесь, блядь, лазером. Быстрее, Пит! Быстрее! Давай быстрее, блядь. Еще быстрее. Джей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! Тетя Мэй, вы целы? Выбирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Спасли тебя. Я не могу понять, то нас чем-то ебашит, чем-то очень мощным, и мы не теряем сознание, то, блядь, палочка упала, мы такие, уже при смерти, Типа, блядь. Мэйцела. Все спасены. Эмджей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто... Нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Да, конечно, давай, Фемка, давай. Тебя чувствую, жги. Будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоих карманах.
Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Дайте ему поебалу. Юрий, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. О. Больше слушателей обеспокоены тем, что агенты Соболя, призванные мэром для нашей защиты, ведут себя как армия захватчиков. Давайте послушаем звонок. Говорите. Меня не пустили в дом. Сказали, он под карантином. Я ответил, я войду и не буду выходить, а они ткнули в меня оружием. Мне некуда идти. Вы правы, это кошмарная история. Я обещаю вам привлечь к ней внимание властей. Чрезвычайное положение не отменяет прав человека. Может, избранные вами чиновники и не готовы драться за вас, но Джей Джона Джеймсон готов. Так, ну здесь все началось. Смотрим. Человек-паук, ты готов помочь? Да, конечно, чего бы нет. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отрав. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Да ёб тебя, блядь, в рот ты нахуй. Понеслась, да? CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. След остыл. След ведет к тому зданию. След прыгает по зданиям. Да, блять, господи. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк.
Мрачновато. А где твой знаменитый красный фонарик? Надо как-то включить свет. Да будет свет. Ого. Здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы — идеальная маскировка для проникновения. Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. Отто записывал послание для команды. О, Мартин. Когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал. И сделал его, не колеблясь. Я горжусь тем, что мы теперь вместе боремся. Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? Движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Что, если ничего нельзя изучить? Ты искал слабые места в технике Соболя. Может, мы тоже что найдем? Не, нихуя, да? Носорог. Мой второй любимый русский. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь моих целей, и ты обретешь свободу. А, ну, кстати, да, я читал про него, что, типа, это был вояка, потом что-то эксперимент какой-то Мак-Гаргак, с этим костюмом. Он же Скорпион. Он же псих-психованный. Похоже, Док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Кстати, потом вроде бы как в комиксах Скорпион будет Веномом. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот так Октавиус умеет убеждать. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир, друг мой. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Нихуя себе.
Электро. Всегда под напряжением. Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. А я что, это не послушал, что ли? Аскорб проник во все сферы. Энергетику, связь, безопасность. Норман сделал свою компанию жизненно важной, но при этом уязвимой. Если произойдет несчастье, которое ударит по уязвимым точкам, здесь типа несколько записей. Все рухнет. Люди увидят, что на самом деле Норман просто паразит. Да, всего несколько шагов, и он будет уничтожен. Еще запись. Сколько людей понадобится? Подсчитаем. Сначала какая-нибудь катастрофа. Ураган, землетрясение или чума. Затем атаки на энергосистему и службу помощи Аскорб. Устроим в городе хаос. Пусть люди увидят, каков Норман на самом деле. Да, всего лишь горстка людей. Полдюжины, не больше. Зловещая шестерка. Мартин арестован. Норман доволен. Думает, что он в безопасности. Он и не знает, что только что положил все тухлые яйца в одну корзину. Мартин на плоту вместе со Скорпионом, Носорогом, Стервятником и Электро. Один удар, и все яйца покатятся под горку. Что ты на яйцах зациклен? И Нормана. Тоже яйца, да? Да. Всего один удар. Пора зашнуровать ботинки и лезть на горку. Это моя последняя запись. Питер, если ты это слушаешь, знай, что я поступил так, как считал правильным. Возможно, это чересчур, но против Нормана полумеры не годятся. Из всего, чем я рискую, идя на этот шаг, меня больше всего огорчает потеря твоей дружбы. Надеюсь, что если мы еще раз встретимся, мы не будем врагами. Так, а на этих тоже типа все было по одному? Или как? А это еще что? Ультрафиолет. Ха, ничего. Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Может, ее как-то можно включить? Надо как-то включить эту лампу. Поручил злодеям уничтожить имущество Аскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Че, все мне? Или здесь что-то еще?
Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Электро занимается электростанциями. Логично. Последний этап — прямое нападение на Оскорб. И, скорее всего, на Нормана. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Че, все? Все здесь или нет? Типа, мне куда пиздовать? На выход? Я все здесь проверил. Да вроде бы все. Икар, вот оно. Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Кинуть! Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МДЖ, привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай! Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, на связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Невозможных целей, например, убить Человека-паука! Ты почти закрыл мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Ага. Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Как кошка с собакой. Ну да. Хера ты какой. У него нет шансов. А, да, мы молодцы. Не хочу вас огорчать,
Но, кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Ёбаный рот. Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20? Да сейчас он пизды просто выходит. Слишком много! Сегодня наш последний вальс! Ага. Что-то вы тухлые какие-то. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда нет, убил блядь. Этот город, Мэри ты Поппинс. Бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Это опять же, наверное, не все еще. Да? Они по-любому еще выберутся. Я уже не помню. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Сейчас. О, черт! Электросервятник, да? Надо связаться с Юри. Юри, Сервятник и Электро, все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Так. А по идее же, если я пойду в DLC, да, там же вот как раз будут эти испытания, которые мне будут пройти, опять же. Там же ничего мне... Ядовитая улица, блядь, здорово. Там же ничего вроде как не скидывается, да, ни опыт, ни способности, типа, и дальше качаться. Потому что максимально 50 уровень, и дальше полосочка идет, что-то прокачку. Плюс мне еще там накидывают жизни, получается. Так, ну ладно, на этом уже сегодня все. Так что давай, счастливо. Как там Майлз?